Добрый день, уважаемые коллеги и новички компании Faberlic. Рада вас приветствовать. Если меня слышно, поставьте плюсики, пожалуйста, чтобы я понимала, что все вы меня слышите. Отлично, замечательно. Сейчас мы с вами перейдем к нашему выступлению, к нашей презентации, к началу именно школы для новичков. Сейчас потеряла свою презентацию, сейчас найду, секундочку. Так, школа для новичков, вот она. Рада приветствовать тех, кто пришел в компанию Faberlic, кто сейчас в статусе новичка, кто только первые шаги делает. Добро пожаловать в саму компанию и в нашу команду Faberlic Project. Итак, давайте с вами перейдем к нашей презентации. Я вкратце вам расскажу, что вас ожидает. Ну, во-первых, то, что вы пришли, я вас поздравляю с этим, потому что вы сделали действительно абсолютно правильный выбор, абсолютно грамотный выбор, потому что никто не пожалел, кто пришел. Действительно, есть шикарные возможности, сегодня мы с вами о них поговорим. Но сейчас хочу сказать, что вы пришли на обучение именно курса для новичков, который создали Анастасия Ржиковская и Дарья Титова, и команда спикеров, которые совместно обсуждали, что нужно говорить, что вам нужно дать, потому что на самом деле каждый из них прошел этот путь новичка и четко понимает, с какими сложностями, трудностями, с какими радостями вы можете столкнуться. На протяжении 2 недель вы будете с ними вместе, рука об руку, идти по этому обучению. Итак, welcome в курс для новичков. Итак, давайте перейдем, познакомимся, кто же я такая. Зовут меня Курячая Татьяна, проживаю я в городе Миассе, и многие меня спрашивают, а вы где живете? Я говорю, живу-то я в Миассе, но структура моя очень много где есть. Я сейчас в статусе рубиновый директор в компании, я являюсь руководителем проекта Faberlic Project, бизнес-тренер, руководитель представительства Faberlic в своем городе. В MLM-индустрии я уже 17 лет, из них 2,5 года я просто была пользователем, потом начала строить бизнес, и сейчас он его успешно развиваю и продвигаю. Я являюсь вашим вышестоящим наставником для каждого абсолютно. Независимо, кто ваш наставник и кто ваш директор. То есть, получается, вы пришли в мою команду, и я рада очень вас приветствовать. Итак, двигаемся дальше. В нашей команде более 4500 консультантов. Я думаю, что скоро нас будет еще больше, потому что очень активно идет рекрутинг, и лидеры прям развиваются и приходят, и думаю, что каждый из вас или будет просто потребителем, или он будет строить структуру, благо в компании Faberlic это возможно. Годовой доход у меня более 3,5 миллионов рублей. Я знаю точно, что это не предел, что огромное количество перспектив еще у меня есть, то есть у меня практически пути прямые вперед к высоким достижениям вместе с нашей дружной и замечательной командой. Наша команда есть в 28 странах мира, именно команда Faberlic Project. 10 директоров в нашей команде в настоящий момент, думаю, что скоро будет намного больше. 12 представительств и пунктов выдачи в нашей команде в разных городах открыты, то есть мы не только пользуемся продуктом, мы не только делаем продажи, мы не только работаем в интернете, у нас есть лидеры, которые открыли пункты выдачи, у кого-то центр обслуживания, у кого-то пункт выдачи, у кого-то представительство, но вот таких именно только в нашей команде 12 уже представительств, где обслуживаются не только наши консультанты, но и консультанты других структур содружественных.
Побывала я в 12 странах мира. Есть у меня правило, каждый год я один или два раза обязательно езжу за рубеж, на море отдыхаю и не только. Потому что действительно то, что дает компания Faberlic, и то, что она дала мне, это те возможности путешествовать, смотреть мир, познавать его, узнавать что-то новое, истории других стран. И это действительно замечательная возможность. Точно так же представлено и для вас. Благодаря Faberlic я практически исполнила и реализовала свои мечты и цели, те, которые были прописаны у меня. Сейчас я уже вычеркнула все, что мне пришло, все, что я пожелала крупного для себя, и машину я купила замечательную, которая стоит 1 700 000, и в 4-комнатной квартире в своей полностью выгребла, все убрала, все, что было старое, и мебель, и все полностью выгребла, и все с нуля сделала полностью, и мебель, и ремонт. Купила себе шикарную шубу, о которой я мечтала. Моя шуба стоит 500 тысяч рублей. И многое другое, то, чего я хотела. Сейчас поставила новые цели и уже пошла к ним. Но это я вам вкратце рассказала, кто я такая. История моего успеха была на предыдущей нашей сессии в курсе для новичков. Вы ее сможете посмотреть в записи, кто не присутствовал. Мы обязательно вам сбросим. Теперь давайте перейдем от меня уже конкретно к презентации. Итак, что же такое компания Faberlic? Куда вы пришли? И действительно, вот еще раз повторю, вы сделали абсолютно правильный выбор, потому что компания Faberlic, она не стоит на месте, она развивается, она растет, она увеличивает свои обороты, она открывает новые фабрики, заводы. Совсем недавно открыла компания завод по пошиву одежды, и это очень шикарный шаг, и очень огромное количество людей, которые получили рабочие места, и для нас будет шиться наша одежда именно уже в России. Уже много времени назад компания Faberlic построила завод, на котором производится продукция, именно кислородная косметика, именно средства по уходу за телом, за лицом, за волосами. Декоративная косметика производится. Это огромнейший, громадный завод, 40 акров земли, на котором стоят огромное количество цехов. Стоит оборудование с гомогенизаторами. Что такое гомогенизаторы? Это такое оборудование, где полезные вещества не варятся в кремах, а они проходят специальную обработку через замораживание. То есть, когда в тюбике крем добавляется, то получается это в полном... То есть 99% витаминов сохраняется абсолютно в наших кремах. Поэтому крема мало того, что у нас натуральные, но еще и очень полезные, потому что витаминизация происходит огромная, то есть не утрачиваются эти полезные вещества. Ну вот вы читаете, уже видите, что свое современное производство, оборудованное по самым высоким стандартам, причем есть специальный стандарт GMP, международный стандарт качества, и продукция производится именно по стандартам высокого качества. Faberlic – это российская компания, многие задают вопрос, а почему Франция, а почему вот в другие страны? Объясню, потому что именно уход, именно за телом, за лицом и за волосами производится в России. Декоративная косметика производится в Интеркосе, в Италии, там, где производится L'Oréal, Givenchy, где производится очень дорогая косметика, и там же производится наша декоративная косметика. Есть еще несколько крупных фирм в Германии, которые для нас создают карандаши, потому что именно у них это направление. Сюда привозится именно продукция в тубах, и потом уже на нашем заводе в России идет расфасовка на шикарном оборудовании.
почему многие спрашивают, а как же Франция? Франция действительно есть, присутствует, потому что парфюмерия производится у нас во Франции. Именно там и разрабатывается известными дизайнерами и производится там же. А здесь в России разливается для того, чтобы стоимость продукта была намного ниже, потому что когда разливается во Франции, есть определенные направления, таможенные сборы, все остальное. Поэтому для того, чтобы к вам в руки поступал продукт по более сниженной цене, но высокого качества, компания приняла такое решение, производство там, а именно расфасовка в России. И это удешевляет, именно дает возможность назначить меньшую стоимость на парфюмерию, хотя парфюмерия очень высокого качества. Средства для дома производятся в Германии. Почему? Потому что именно в Германии только есть оборудование, которое может создавать бесфосфатные порошки, и оно там специализированное. Поэтому в России у нас такого оборудования нету, поэтому производство в Германии было осознанно принято компанией, и поэтому весь продукт, который для дома, он абсолютно безвреден, и действительно он имеет марку производства в Германии и расфасовка именно в России. Итак, у продукции у всех высокая гарантия качества и абсолютно доступные цены. Про цены можно рассказывать очень долго. Сегодня у нас не та задача, я немножко потом мы вам дадим темы, по которым вы узнаете, почему стоимость такая низкая. Качество, на качество это абсолютно не влияет. Компания имеет 34 патента. Что это значит? У нас есть главный косметолог компании Рима Корнеева. Это пятое поколение ученых именно в роду. Она в пятом поколении, то есть ее прапрапрапрадед был при дворе именно вот врачом и ученым. То есть она постоянно разрабатывает для нас новые технологии, новые изобретения. И Рима Корнеева – это тот человек, который входит в десятку лучших ученых-косметологов мира. И именно, знаете, была такая фраза, нам все время ее говорили, что если чего-то не знает Рима Корнеева, значит, этого просто не существует. Просто есть десятка лучших, которые именно продвигают мировые стандарты косметики, и в эту десятку входит как раз Рима Корнеева. У нас огромное количество участия в социальных проектах, миллионы потребителей по всему миру пользуются нашей продукцией и получают огромное удовольствие. Но самое важное, наверное, ключевое в компании Faberlic, то, что она является кислородной косметикой. Я вам в самом начале поставила видео по изобретению именно перфторана. Вот Новофтем крем, который у нас Новофтем О2, раньше он назывался Аквафтем. Именно вот этот продукт, это самый уникальный продукт, который находится именно в нашей компании, из которого все начиналось. Именно этот продукт позволяет, он является трансдермальным переносчиком кислорода, и с собой точно так же он несет в глубокие слои кожи полезные вещества, которые добавлены в крема. Не каждая компания может позволить себе трансдермальный переносчик. Действительно, это очень дорогое удовольствие. Это, во-первых, во-вторых, это действительно изобретение, на которое у нас патент. И никто им пользоваться не имеет права. Ну вот немножко вам даже вкратце постаралась рассказать про нашу продукцию, чтобы вы понимали, что это такое. Но еще есть один самый важный фактор. Я понимаю, что в каждой компании всегда хвалят президента. Но я хочу хвалить нашего Алексея Геннадьевича Нечаева не просто так. Потому что мало того, что он успешный предприниматель, мало того, что он обладатель уникального и уникальной интуиции, потому что действительно, вот, знаете как, недавно услышала фразу такую «мозговитый».
Вот на самом деле Алексей Геннадьевич Нечаев — это тот человек, который мозговитый. Он не устает всегда что-то изобретать и что-то создавать и набирать команды для новых изобретений в нашей компании. Это как раз тот человек, не просто президент, это тот человек, который слушает структуру, слушает людей, консультантов. До него доходят какие-то вещи, какие-то наши пожелания, и он всегда это рассматривает и старается понять, насколько это будет полезно всем остальным. И вот действительно, это тот человек, на которого нужно равняться. Когда я его первый раз увидела и познакомилась, это было в Египте, первая моя поездка от компании в подарок за квалификацию. И когда я с ним там познакомилась, его услышала, я честно скажу вам, что я поняла, что в компании Faberlic я надолго и даже, я бы сказала, навсегда. Потому что вы знаете, что когда человек, знаете как, в семье всегда есть глава. Есть такая еще фраза: рыба гниет с головы. Вот наша голова, Алексей Геннадьевич Нечаев, это тот человек, за которым хочется идти, которому доверяешь, мы даже его в кулуарах где-то называем «батька», так, по-теплому и по-доброму. И когда, например, что-то нам не нравится, ну, все же бывают люди недовольные, мне говорят: «да-да-да», мы его прям зовем «батька», вот так вот между собойчики. И когда говорят: «ты батьке доверяешь», и я понимаю, что я доверяю нашему батьке, по-другому никак. И когда что-то создается, я понимаю, значит, так надо. И я просто начинаю это применять в своей деятельности и понимаю, насколько действительно он дальновиден, насколько у него стратегический ум и насколько он действительно имеет огромный вес не просто в нашей компании, а уже и в России, потому что уже признание идет от самого президента Путина, признание идет от Москвы. Действительно, не просто заслуги. Вообще, компания Faberlic, она не просто официальная. Нас уже признают великие люди России, и не только России, и они понимают, какое огромное, вообще глобальное, благое дело делает компания Faberlic. Может быть, я сейчас сказала очень много таких слов, знаете, как вы скажете, патоки много, ну, по-другому не могу, серьезно. У меня язык не повернется сказать какие-то плохие слова про нашего Алексея Геннадьевича Нечаева. Я за ним в огонь и в воду. И еще, почему я в огонь и в воду, потому что до 2045 года уже прописан план развития Faberlic у Алексея Геннадьевича Нечаева. То есть он уже туда заглянул, что там будет. И так посчитала я, в 2045 году мне будет 80 лет, поэтому я на всю жизнь в этой компании, я ей доверяю и точно понимаю, что благодаря сотрудничеству с компанией Faberlic я могу строить тот бизнес, который мне нравится, который мне комфортен и который действительно дает мне все блага и моей команде в том числе. Итак, давайте будем двигаться дальше. Немножко истории. Родилась компания в 97 году. Это действительно история компании. Компания называлась «Русская линия». Был первый патент на Аквафтем, действительно, вот то, о чем я вам говорила. И действительно, это вот был уникальнейший продукт. И самое важное, что у нас был значок такой, Архангел Михаил. Он до сих пор у меня хранится в шкатулке. И вот у нас, знаете как, специальный такой значок поставили, потому что именно Архангел Михаил, это тот, знаете, защитник обиженных, защитник людей, которые хотят добра другим. И я считаю, что это очень значимый такой знак для нас и для нашей компании. В 80-м году российские ученые под руководством профессора Белоярцева разработали перфторан. Видео я вам показывала. Смогу сбросить в чат, вы сможете его еще повторно посмотреть. В 97-м рождение парфюмерно-косметической компании «Русская линия». В 98-м году получение патента на Аквафтем, эмульсию наружного применения на основе перфторуглеродов. Запуск линии кислородной косметики.
Кремов в то время у нас было всего 14, не было каталогов, не было ничего, были только прайсы и были только шикарные крема, от которых мы были в восторге. И несмотря на это, компания очень быстро и плодотворно начала развиваться. Вход в русскую линию был платный, то есть нужно было выкупить комплект продукции, и мы с удовольствием это делали. И потом уже вы могли развиваться в том направлении, как вы хотите, потому что направлений у нас несколько. В 2001 году русская линия стала компанией Faberlic. Почему? Потому что русская линия на разных языках читалась по-разному. И нас путали нас назвали Russian, но и нас путали с другими компаниями, которые тоже назывались «Чистая линия». Много компаний было похожих, и чтобы путаницы не происходило, компания Faberlic приняла решение и переименовалась вот в логотип «ФЛ». И Faberlic. Что такое Faberlic? Это на латинице, это мастер лица, это переводится для всех одинаково и в каждой стране читается одинаково. Это специально был сделан шаг, потому что в 2001 году компания Faberlic русская линия начала выходить на мировой рынок, вышла за пределы России. Как раз вот на мероприятии, на форуме, когда вот это было, происходило переименование, я как раз была на этом мероприятии, я впервые услышала Риму Корнееву, я впервые увидела Алексея Геннадьевича Нечаева на сцене, и многих-многих топ-лидеров, лично с ними познакомилась. И вот именно в 2001 году я родилась как бизнесмен в компании Faberlic. А до этого я просто была потребитель, и я просто хотела пользоваться продуктом и ничего не планировала. Итак, двигаемся дальше. Смотрим следующий слайд. 2011 год – это объединение трех компаний, точнее, к нам присоединились три компании сетевые. Это Infinum, Edelstar и Faberlic. Мы объединились. Это было вообще для нас удивительным моментом, что у нас появились новые продукты. Edelstar – это биодобавки и как раз продукты для дома. Infinum – это была декоративная косметика и профессиональная косметика для лица. Сейчас многие продукты из Infinum и Edelstar, они переделаны и под знаком Faberlic находятся, поэтому в принципе, мы пользуемся тем продуктом просто уже под названием компании Faberlic, и огромное количество людей из тех компаний работают с нами вместе и называют себя Faberlic, и мы вместе сотрудничаем. Именно вот это объединение дало прирост мгновенный, буквально вообще в короткие сроки, плюс 20% в обороте. Это, во-первых, появились новые продукты, которыми вы сейчас пользуетесь. Это появились новые веяния, новые направления, новое обучение, естественно, новая клиентская база, которые, может быть, кому-то не нужны были крема, но захотели пользоваться именно средствами для дома. В 2016 году произошло объединение Flourange и Denos. И теперь у нас получается уже 4 компании в нашем... А, еще была компания Сингара, и некоторые продукты сейчас, как пептидные продукты, есть у нас в продаже, есть у нас потребление, это домашняя аптечка, это средство для тела, средство для ног, это Монарда для дома, это именно воздух, освежители воздуха, это вот как раз пришло к нам из Сингары. Итак, в 2016 году Flourange, это нижнее шикарнейшее белье, и мы очень были счастливы, что не только наши женщины могут одеваться, но еще и нашим мужчинам перепала и одежда, и перепало нижнее белье. Denos – это продукты для здоровья, это потрясающие продукты, о которых мы немножко поговорим дальше.
Поэтому объединение произошло, и мы слышали, что компания планирует еще присоединение нескольких компаний, так что мы будем, я думаю, что радоваться и получать новый вообще ассортимент, который нам всегда пригодится дома. Почему нам доверяют вообще компании Faberlic? Это система менеджмента и качества. Этот знак вы многие видите именно на других продуктах, не только в сетевой компании, а именно в социуме, то, что продается в магазине. Но не каждый имеет именно такой значок. Продукция не тестируется на животных. Это категорически было принято решение. Да, я думаю, что, Настя, у нас может быть действительно каталог на 500 страниц. Сейчас уже говорят, что у нас будет отдельный каталог по средствам для дома. Он будет огромен, там будет громадный ассортимент, поэтому его решили вынести в отдельный каталог, для того, чтобы мы могли действительно весь продукт видеть. И, в общем, очень много нового ожидает в этом, в конце этого года и в следующем, которое нас всех порадует. Продукты на животных категорически не тестируются, да. Не тестируется, это принято особое такое вот осознанное решение Алексеем Геннадьевичем Нечаевым, потому что действительно он за экологию, за здоровый образ жизни, за отношения определенные, принципы компании, 5 принципов компании есть, поэтому вот это очень хороший момент. Многие спрашивают, а как же вы тестируете вообще продукцию? А все очень просто, закуплено, дорогущее, очень дорогое, очень необходимое немецкое оборудование, в котором есть специальные программы, куда загружаются крема, и выставляется программа как тестирование вроде бы как на человеке, как, ну, там никого нету человека, но через определенное время, то есть определенный возраст. Это у нас научный центр есть в Москве, в Балашихе, и вот этот научный центр крема на этом оборудовании проверяет. И получается какая ситуация? То есть, когда крем туда загрузили, определенное количество времени он там находится. Иногда даже неделю или две. А иногда и дольше. Потом, когда он выходит, это как будто бы что произошло. То есть, идет, знаете как, прям показатели, что будет происходить с кожей человека спустя такой год, два, три, пять, десять, там специально на длительное это. И вот именно такое оборудование, оно проверяет именно на качество. Если что-то не так, сразу же изымается полностью создание и переделывается. Это вообще, это я когда была на заводе, я была просто удивлена. Это действительно какой-то, знаете, как в волшебный мир попало. Я даже предположить не могла, что такое существует в мире. Это надежная производственная практика, да, действительно, очень много лет, и самое важное, что очень дорогое немецкое оборудование, именно немецкое оборудование, не каждый может себе позволить, где там все фасуется, где там просто бутылочки, там люди только складывают бутылочки в определенной одежде, в намордниках, а все остальное полностью проходит внутри оборудования, руками никто туда даже руки туда не запускает, то есть никаких микробов, ничего там нету, все очень на высоком уровне. Экологичная продукция, потому что даже сами тубы, вот сейчас хочу вам рассказать такую историю. Вот была ситуация, когда разрабатывались дезодоранты для тела, и тубы заказывать необходимо было в Китае. Есть там фабрика, которая, ну, высокого уровня фабрика, которая производит именно тубы для косметики. И когда к нам прислали, когда в компанию прислали эти тубы, то после проверки, они даже эти тубы проверяли, потому что долгое время у нас не было дезодорантов. Мы задали вопрос, почему не было, но это несколько лет назад было, почему нету дезодорантов. Нам ответили, что тубы, которые получили, начали проверять, а в них оказывается формальдегид. И они полностью партию всех туб отправили обратно на этот завод и перестали с ними работать. И долго подбирали именно фабрику, которая, то есть вот все тубы, в которые загружаются полезные вещества, все эти тубы,
они, знаете как, они имеют свойства пищевых, пищевого материала, то есть можно в них загрузить еду и есть, и это не будет вредно. Но из-за того, что иногда подводили поставщики, компания приняла решение, и буквально вот 2 месяца назад запущено производство по созданию тупо экологически чистых, экологически безвредных для здоровья. Да-да-да, Татьяна, вообще, просто когда узнаешь, что делает компания, и насколько она скрупулезно относится не только к составам, но еще куда это загружается, чтобы вообще не было вреда ни нашему здоровью. Даже тот факт, например, когда раньше выпускали пакеты, и они были простой полиэтилен, и когда просто Алексей Геннадьевич Нечаев попал в экоцентр, где борются за вообще экологию всей нашей земли, то он увидел, сколько бедных птиц съедают вот эти вот пакеты и умирают от того, что пакеты не перевариваются в желудках птиц и животных. И настолько это его поразило, что он, во-первых, постоянно спонсирует и постоянно делает взносы в экосистему, чтобы вот все было экологически чистым. Почему и порошок начал производиться бесфосфатный, и средства для дома очень безвредные, потому что все это сливается в канализацию, попадает в нашу землю, и земля начинает страдать и болеть. И чтобы земля ожила, очень много лет необходимо туда не сливать то, что вот продукты жизнедеятельности, потому что земля испорчена. И вот я могу вам сказать, что теми продуктами для дома, которыми мы пользуемся, мы мало того, что не вредим земле, когда мы сливаем, мы наоборот даже пользу приносим, потому что средство для мытья посуды, можно мыть овощи. Оно абсолютно, знаете как, оно абсолютно из органических продуктов сделано, которое не вредит, а наоборот, оно перерабатывается в земле и очищает ее. Поэтому даже вот в этом направлении был сделан шаг. И посадка деревьев, и многое-многое другое. Вот, да, правильно Анастасия говорит, детскую посуду можно мыть. У меня сыновья едят овощи и фрукты и очень в больших количествах, они прям вот моют это, и прям красота, отмывается прекрасно. И я вот вам про пакеты начала говорить, и прям повисла в этом моменте, можно о компании рассказывать очень много, я, конечно, постараюсь побыстрее, не могу, каждый момент меня зацепляет, потому что действительно он для меня, вот он соединяется с моим внутренним миром, с моим ощущением, с моим пониманием, почему именно в этой компании я хочу быть и сотрудничать. Не только ради денег, не только ради команды, не только ради своего блага, но и во благо всему, что происходит вокруг. Вот эти пакеты, когда Алексей Геннадьевич увидел, то он тут же поставил задачу нашему научному центру, и они разработали пакеты, которые биоразлагаемые. Это я вам, как инженер-химик, говорю. О, видите, Дарья, прекрасно. Это действительно очень важно. Спасибо за ваш отзыв. Смотрите, про эти пакеты, действительно, вот сейчас я когда... Я просто заметила, если долго полежит пакет, вот не засекла по времени, он через какое-то время начинает рассыпаться, как, знаете, как бумага. То есть он прям разлагается, и, соответственно, когда мы их выкидываем, то он разложится... Он просто, ну, как растает, как пыль, и, естественно, мы не повредим никакую природу. И система менеджмента качества декоративной косметики, потому что действительно не просто качество продукта. Вот знаете как, вот здесь вот тоже упор был сделан очень большой и важный. Не просто, чтобы мы были красивыми, а каждый продукт, и помада, и тушь, и тени, и карандаши, они мало того, что безвредные, они полезные. То есть в каждый продукт добавляются какие-то витамины, какие-то масла, используются самые высокого качества ингредиенты для того, чтобы наши женщины были, чтобы мы были не просто красивыми, но еще и ухаживали за своей кожей.
Это тоже был момент, когда Алексей Геннадьевич Нечаев прилетел в Италию, в Интеркос, и ему сказали такую фразу, и я прям вот ее запомнила, когда он нам передавал. Каждая женщина за год съедает 8 килограмм помады. Ой, не каждая женщина, каждый мужчина за год после поцелуя с женщиной съедает 8 килограмм помады. А представляете, за год сколько съедает сама женщина? И представляете, что может происходить в организме, если эти помады будут вредны? Поэтому здесь специальный менеджмент, который отвечает за полное качество декоративной косметики и за ее безвредность для здоровья и для организма. Туши проходят офтальмологический контроль, даже те, кто в линзах ходит или у кого чувствительные глаза, не будет аллергической реакции. Это очень важно тоже в нашей компании, я хочу, чтобы вы об этом знали. Давайте двинемся дальше, стараюсь побыстрее. У компании огромное множество наград. Это начиналось, мало того, что это начиналось как награда, как самопродуктивно развивающаяся компания, был такой знак выдан. Потом был знак «Самый лучший налогоплательщик», потому что в определенный момент было тоже принято решение, и у нас абсолютно Faberlic все прозрачно. Сами фабрики все полностью, Алексей Геннадьевич Нечаев полностью платят все налоги, ничего не скрывают, то есть, когда мы говорим, нам ведь тоже придется платить налоги, на что нам говорили, вы знаете, конечно, часть денег пойдет в развитие России, ничего страшного, Елена, потом сможете еще в записи на начало посмотреть, здравствуйте. Да, конечно. Во-первых, было принято решение, и прямо Алексей Геннадьевич Нечаев прямо настоял на этом. Говорит, вы знаете, действительно есть проблемы в России, и есть проблемы и для пенсионеров, и недостаточно количества средств, чтобы пенсионеры наши жили лучше. Не хватает денежных средств для самой России, для развития и для многих созданий. Поэтому было принято осознанное решение, и теперь обязательно каждый консультант, который достигает квалификации директора, имеет право, его это не настаивают, но он имеет право, и практически каждый это делает, легализоваться от компании и платить 6% в налог за свои доходы. Я плачу и абсолютно не страдаю, я четко понимаю, что эти деньги уходят в помощь, или России, или тем пенсионерам, которые сейчас уже стали наши мамы и бабушки старенькие. И пенсию с чего-то нужно платить, если мы будем скрывать свои доходы, то это не будет благо для нашей страны. И именно был такой знак, вот значимый, помимо того, что огромное множество на выставках различных и парфюмерии, и продуктов были выданы дипломы, награды, серебряные, золотые медали. Но именно вот знак «Самый лучший налогоплательщик года Faberlic», вот был такой знак дан нашей компании. Это действительно очень интересно и очень значимо. Но о них вы можете прочитать на сайте Faberlic, там прям вот есть раздел, где вы сможете с этим познакомиться. С нами работают мировые эксперты, которые сотрудничают с нами. Это и известные парфюмеры, и Пьер Бурдон, и Тома Фонтен, и Бертран Дюшафур, и Дельфин Любо. Это не все здесь представлены. У нас их более, парфюмеров более, там, более 10 или 12 человек. И новые парфюмеры появились, и ароматы действительно очень интересные, очень красочные. С нами работают известные дизайнеры. Это Александр Рогов, вот буквально в прошлом каталоге появилась его коллекция, и Алена Ахмадулина, и Валентин Юдашкин, и была первая коллекция, сейчас новая, и я просто понимаю, насколько нас много ожидает в перспективе и в планах по созданию именно
имиджа российских женщин, и не только российских, потому что ближайшее зарубежье и дальнее зарубежье с удовольствием покупают одежду Faberlic, а сейчас еще и маленькие крошечные деточки получают эту одежду, то есть возможность даже еще новорожденных одеть, и поэтому действительно огромное количество экспертов, действительно высокого уровня, международного уровня сотрудничают с компанией Faberlic, потому что они доверяют. Что же такое компания Faberlic? Это можно сказать, прямые продажи. Это MLM прямых продаж. Это, естественно, производство. И действительно, производство у нас свое. Я вам об этом ранее говорила. Высокое качество продукта. И мы гарантируем это качество. Потому что, стыдно будет, если вдруг мы будем производить непонятно что. Другие компании производят где-то, а перепродают. То есть перепродажа происходит. И, естественно, качество может где-то страдать. Продукция быстро поступает к потребителю, это выгода, и выше конкурентоспособность, конечно же, нашей компании. Это консультанты, которые, получая продукцию в пунктах выдачи или в сервисных центрах, или в представительствах, получая продукцию, уже несут своим клиентам. Елена носит, отлично. Несут своим клиентам, близким, родственникам, друзьям продукцию, которую они заказали. Это, естественно, дополнительный доход с продаж или конкретно свое дело, бизнес, которым вы можете создать именно благодаря компании Faberlic и, естественно, благодаря нашей команде Faberlic Project. Это гибкий график, потому что можно находиться дома с детками и работать и через интернет, и выбирать то время, которое вам более удобно. Это действительно уникальная возможность MLM-компания, когда вы действительно можете работать в то время, когда вам комфортно. То есть вот действительно вот это, не то, что вы вообще не работаете, работать необходимо, действия нужно делать, но вы выбираете тот график, который вам нужен. Не выходя из дома, я вам об этом сказала, и общение, и самореализация, естественно, потому что те люди, которые приходят и остаются, и развиваются, проходят огромное количество различных обучений не только о продукции, а и по личностному развитию, и по развитию бизнеса, и многое-многое другое. И вот здесь я родилась и стала совершенно другим человеком. И те, кто меня знает давно, говорят: «Боже мой, Таня, ты такая стала интересная, ты столько знаешь», потому что я просто посещала тренинги, я просто обучалась, потому что мне это необходимо было. И вы точно так же можете это все получить. Это клиенты, которые вы приносите им по доступным ценам. И, естественно, цены сейчас у нас заморожены в компании Faberlic. И поэтому, действительно, особенно сейчас новогодние, предновогодние, предпраздничные. Это вообще огромное количество клиентов, кто бегает и ищет прием по приемлемым ценам, чтобы сделать подарки. У вас есть уникальная возможность поработать с клиентами. Естественно, индивидуальный подход нужно каждому клиенту иметь. И потому что для клиента это экономия времени и сил, и качественный продукт по приемлемым ценам. Давайте дальше посмотрим. Почему вообще Faberlic? Faberlic – это готовые решения для жизни современной семьи. Вместе с Faberlic вы легко сможете удовлетворить потребности людей в товарах повседневного спроса. 15 категорий продукции. Представляете, 15 категорий для любого вообще человека, для любого возраста. То есть каждый может выбрать то, что ему необходимо. 19 каталогов в год, и это действительно огромное множество. 5000 наименований продукции, а будет еще больше. Более 1100 товаров в каждом каталоге. Представляете, в каждый каталог 1100 товаров. Это в основном каталоге. А еще на сайте, в дополнительных каталогах еще сколько, огромное множество.
Да, правильно, Елена, они действительно в восторге, потому что хочется подарить-то много подарков, а у многих же зарплата, мало того, что не поднялась, она еще и упала, и, соответственно, когда человеку приносишь, он смотрит, говорит, ой, я смогу и маме, и папе, и там подружке, и еще кому-то, я прям сделал огромное количество подарков, и причем хороших подарков, а не просто маленький какой-нибудь там, знаете, значок или там безделушечку на Новый год. 5 миллионов потребителей в 42 странах мира пользуются нашей продукцией. И сейчас я знаю, что еще открывают еще несколько стран, где будут официальные представительства. И, соответственно, мы сможем уже там находить своих знакомых, которые переехали, или людей, которые хотят пользоваться нашей продукцией. Есть 4 направления у компании. Это направление «Красота». Это в нее входит кислородная косметика, средства по уходу за лицом, причем на разный кошелек, на разную наполняемость кошелька, и подешевле, и подороже. Декоративная косметика точно так же и подешевле, и подороже, еще и для молодежи есть декоративная косметика. Средства по уходу за телом, огромное множество различных средств, прям вот огромное, вкусовых качеств и просто наслаждение. Знаете, даже на некоторых гелях для душа написано «вкусно, но несъедобно», это на самом деле так. Средства по уходу за волосами, есть профессиональные серии, есть серии, которые для общего потребления и для всей семьи. Парфюмерия, огромное множество парфюмерии и для мужчин, и для женщин, и для молодежи. Детская косметика, появилась еще новая детская косметика, то есть мы благодарны компании, что они заботятся о наших детках, потому что наша косметика абсолютно, вообще вся косметика гипоаллергенна, а для детей особые, вообще особый подход для маленьких детей, декоративная косметика для деток, сделана на специальных средствах, на воде, на масле, для того, чтобы, если ребенок, он же может облизать лак для ногтей, ему ничего не будет, потому что лак сделан на воде, то есть особый подход еще и к детской косметике. И бьюти-аксессуары, их огромное множество. И сейчас и кисти добавляют, и много-много чего добавляется. Второе направление – это направление «Дом». Это стирка и уход за одеждой. И также постоянно пополняется этот ассортимент. Мыло для кухни различные, и для кухни, и для посуды. Средства для мытья посуды и для посудомоечных машин точно так же. Чистящие и моющие средства для дома. Очищение воздуха. А сейчас еще и появляются аксессуары для ванных комнат и для кухни. Почему и решили сделать каталог отдельный? Потому что у нас будет множество всевозможных ножниц, всяких досточек, всяких... Вот все, что мы покупаем в магазине, оно будет производиться экологически чистым, безвредным, и мы сможем украсить свой дом и на кухне, и в туалете, и в ванной, и то есть вот это огромное множество аксессуаров, салфеток и всего-всего только что душе заблагорассудится. Нам когда показали часть просто продукции, мы просто визжали, потому что я понимаю, это моя любимая тема, потому что я люблю всякие такие прибамбасы для удобства, для дома и для семьи. Третье направление – это направление здоровья, это продукты для здоровья и витамины, и полезные пищевые продукты, это программы управления весом, их много, и еще добавляться. Вот, да, и зубные пасты. И как, Лен, напишите, пожалуйста, как вам эта зубная паста? Ну, мне аж ее съесть хочется. Кстати, она специально сделана так, что если ребенок проглотит, ему ничего не будет, она шикарная. Функциональное здоровое питание, то есть различные супчики, кашки, все это полезно и безвредно для здоровья. А я вчера только ее заказала, новой серии для пупсиков. Вот точно, пупсики тоже наши радуются. Это средства гигиены, огромный ассортимент, это лечебная одежда, которая очень полезна,
для нашего здоровья, это медицинские аппараты, вот аппараты Денос, и очень часто они бывают с огромными скидками до 70%, и если даже человеку, например, не может приобрести себе по одной цене, то он может купить с огромной скидкой, а именно то, что вы зарегистрировались, да-да-да, то, что вы зарегистрировались, у вас еще и дополнительная скидка есть, не цена клиента, а цена уже консультанта. Это, ну, там, знаете как, вот там ассортимент, он, во-первых, огромен, есть отдельный каталог по этому направлению, несколько каталогов. И я думаю, что еще будет дополняться и радовать нас компания новыми продуктами. Это направление одежды и обувь. Действительно, у нас появилась обувь, и я хожу... Уже купила несколько туфель, я очень довольна ими и хожу в ботиночках, у меня никаких претензий вообще к обуви нету. Это одежда для всей семьи, это женское и мужское белье, обувь, колготки, бижутерии, аксессуары. И о каждом продукте можно рассказывать, чем именно он уникален. То есть вот, у нас Анастасия пишет, у нас только два зубика, но уже надо чистить, еще щетку хочу на палец, чтобы чистить ей зубки. Вот, вот переписываются деточки с маленькими зубками, пользуются нашими продуктами, и это прекрасно. Но еще помимо продукции в компании Faberlic есть огромное множество акций полезных. То есть, знаете как, вы покупаете продукцию для себя, для своей семьи и предлагаете, ну, к своим клиентам, и за это компания вам дарит подарки. И об этих, и об этой продукции, об этих акциях будут рассказывать наши спикеры, которые действительно вам расскажут более подробно и про стартовую программу, и про многое-многое другое, то, что дает вам компания и помогает. Знаете как, для вас очень полезные вещи, не только пользоваться продуктом, но еще и получать подарки. А действительно, стартовая программа, она уникальна, ее нужно обязательно в нее включиться и не пропускать ни одного каталога, чтобы получать удовольствие. Точно так же есть накопительная программа Faberlic Club. То есть вы делаете заказы, оплачиваете, и у вас в кошелечке копятся вот эти бонусы один к одному. То есть один балл стоит одному бонусу. И этот бонус вы потом можете, бонусы накопленные вы можете потратить на нашу же продукцию. Да, девчонки все об этом расскажут, поэтому я не здесь подробно не говорю, только частично, о чем вы узнаете. Вы получите огромное множество, можете взять бесплатно абсолютно продукцию Faberlic. И обязательно придите на обучение, и девочки расскажут вам и про условия стартовой программы, а точно так же спикеры расскажут вам и про условия Faberlic клуба. Это, естественно, помощь и поддержка в работе с сайтом у нас есть, и автоматизированный бизнес, и интернет-магазин, и реклама на телевидении, в прессе, интернете и наружная. Это программы и акции, о которых я вам сказала, и для бизнеса, и для тех людей, кто пришел пользоваться замечательным продуктом. Это мероприятия от компании, и от команд, и от городов, в которых вы проживаете. Это отчеты, актуальная информация, которую вы можете получить в своем личном кабинете. Не у каждой компании есть такой уникальнейший продукт, именно личный кабинет, где можно все посмотреть в режиме онлайн, что у вас происходит в команде, структуре, и с вашими баллами, и с вашими суммами для получения подарков. Помощь и поддержка. Поддержка в обучении от наставников. Поддержка от региональных менеджеров. Академия Faberlic онлайн обучение по всем направлениям бизнеса. Мощная система мотивации от компании. Вы знаете как? Можно перечислять огромное-огромное множество вообще того, что вы можете получить. Но я понимаю, что я тогда расскажу все, и спикерам нечего будет рассказывать, поэтому я здесь остановилась, но скажу несколько слов о том, что куда пришли вы. Помимо Faberlic, вы пришли еще в нашу команду Faberlic Project, и многие прошли вот именно через этот рекрутинговый сайт и зарегистрировались именно на нем. Если вы его не видели, попросите своего наставника, он вам покажет. Он вас направит, и вы его увидите, потому что для каждого человека, который пришел в нашу команду и который
планирует работать, строить бизнес в компании Faberlic, у него будет такой же рекрутинговый сайт, один в один, только с его референтной ссылкой. Для этого необходимо только сделать 50 баллов личного объема, пройти обучение и заполнить личный кабинет на нашем проектном сайте. И тогда в этот ресурс, который создан для нашей команды, только для нашей команды, будет вам предоставлен. У вас будет такая шикарная возможность, если вы решите не просто пользоваться, а вот как я в определенный момент взять, рискнуть и пойти вперед к продвижению и к росту, и к достижениям, и к высоким доходам. Помимо рекрутингового сайта у нас есть сайт для новичков, и вы сейчас после регистрации должны были на него зайти, где инструкции, где полезный материал и где есть актуальные акции, которые мы меняем каждый каталог, где вы можете пройти короткие обучения, что в первую очередь необходимо сделать вам, что в первую очередь необходимо пройти, какой функционал активировать и где вы можете подать заявку на наш сайт, обучающий сайт для структуры. Поэтому, если вы его не получили, вот такой сайт для новичков, обратитесь к своему наставнику, он вам вышлет письмо. В этом письме будет ссылочка, по которой вы сможете пройти и попасть туда. Мне в 3 нужно будет на вебинар от Академии Faberlic. Я тоже запись буду смотреть. Спасибо вам, Татьяна, очень полезно. Счастливо, Татьяна, проходить следующее обучение. Мы тоже уже с вами заканчиваем, потому что осталось совсем немножко. И точно так же вы сможете на сайте для новичков подать заявку и зайти на наш обучающий сайт для команды, где вы найдете экосистему, огромное множество полезного материала, как для того, чтобы пользоваться продуктом, точно так же для того, чтобы иметь быстрые деньги, что такое продажи, и точно так же, как именно строить бизнес и какие виды рекрутинга офлайн и онлайн есть. Там множество материала полезного для вас и только для нашей команды. На этот сайт не пропускается никто со стороны, а только наши люди, наша команда в моей структуре, полностью вот в моей, во всей команде. И поэтому подавайте заявку, я думаю, точно для вас будет, знаете как, будет очень полезным и очень важным попасть на это обучение. Как же все это сделать? Как вообще принять решение? Как вообще самоопределиться? Как сделать... как найти, где какой материал, и вообще, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы действительно получить максимум преимуществ от компании, от нашей команды. С чего начать? Познакомьтесь с каталогом и продукцией, это очень важно. Важно изучить и посмотреть, что же за ассортимент есть, для того, чтобы рассказать другим людям, для того, чтобы выбрать себе. Изучите специальные предложения и акции для клиентов. Это есть на сайте, но у вас, девочки, очень внимательно, очень подробно и очень, знаете так, очень ласково и нежно вам все расскажут, вы все поймете, вам не будет сложно. Для этого вам нужно будет пройти обязательно обучение, курс для новичков, и я вам расскажу об этом чуть дальше. Покажите каталог друзьям и знакомым, покажите, потому что у меня даже молодые мальчики просят каталоги для своих знакомых, для своих подруг и для своих жен. Разместите заказ в личном кабинете на сайте faberlic.com. У вас у каждого есть личный кабинет. Если вы его не открыли, необходимо обратиться к наставнику, пусть он вам поможет. Если наставник не среагирует, обратитесь к директору, ну, в крайнем случае, обращайтесь ко мне, я всегда помогу и подскажу. Оплатите и получите ваш заказ. Обязательно оплатите, потому что действительно очень важно включиться в стартовую программу и получить огромное множество подарков. Участвуйте в стартовой программе. Если вы не оплатите или оплатите позже, то вы перескочите на другой каталог и потеряете тот шанс, который дает вам сейчас компания. Пройдите обучение в Академии Faberlic и на сайте компании.
но не только на сайте компании. Я рекомендую, чтобы вы проходили обучение у нас, у нашей команды, потому что такого обучения, как у нас, у многих абсолютно нет. И многие к нам просятся в команду только лишь по этому фактору. А можно у вас поучиться? Мы говорим, извините, у нас есть своя команда, Faberlic Project, и для вас это эксклюзив. Итак, что же вас ожидает? С 20 ноября, то есть сегодняшнего дня 2017 года, стартанул второй курс для новичков, welcome курс. Он рассчитан на 2 недели, 6 занятий онлайн, 6. То есть 3 раза в неделю будут проходить занятия. Понедельник, среда и пятница по одной и той же ссылке в 13:00 по московскому времени. Понедельник, среда и пятница. И даже если вы где-то пропустили, запечатлейте эту ссылочку себе, запишите ее где-нибудь у себя на ресурсе, в телефоне, в компьютере, запомните. Понедельник, среда и пятница в одно и то же время. Итак, 6 тем. Первое. Добро пожаловать в Faberlic, в команду Faberlic Project, то, о чем сегодня я говорила, курячая Татьяна. В среду у нас будет «Все начинается с мечты», и Лидия Витушко вас познакомит с такими тонкостями, как можно загадывать желания, строить свои планы и как это сбывается. Прям волшебное занятие, поэтому вам нужно обязательно на него прийти, потому что у многих, у самой Лидии огромное количество желаний сбылось, и не только у нее. В пятницу будет занятие «Личный объем», как его сделать, какие есть мотивационные программы. Об этом рассказывает Оксана Вольман. Она как раз вам более подробно расскажет, зачем участвовать в акциях, зачем участвовать в мотивационных программах, какие существуют и как это сделать легко и просто, не затрудняясь получать подарки и пользоваться продуктом. В понедельник, в следующий, будет возможности в компании 3 вида дохода. Об этом расскажет Татьяна Бородинова, которая сейчас убежала на следующее обучение, потому что она пополняет багаж своих знаний для того, чтобы с вами поделиться удивительным и очень важным фактом, как заработать благодаря с компанией Faberlic и достичь своих целей. Как сделать так, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась? Именно об этом расскажет Татьяна Бородинова в следующий понедельник. В следующую среду рекомендации и зарабатывай. «Рекомендуй, зарабатывай» расскажет Анастасия Ржиковская. Она расскажет, как сделать так, чтобы вы рассказали людям о нашей продукции, еще получили быстрые деньги, пока не достигли квалификации, чтобы вы получили быстрые деньги с этих продаж. И как это делать, Настя знает лучше всего. У нее есть определенные секреты, которыми она с вами поделится. И в следующую... То есть не в эту пятницу, а в следующую пятницу будет история успеха, и у нас здесь меняются директора, и будет Титова Дарья, старший директор компании, она расскажет свою историю успеха, свой эксклюзив, и вы действительно сможете пополниться первыми знаниями для новых консультантов, для новых достижений и для новых решений. Итак, понедельник, среда, пятница. Забейте время в 13:00 по московскому времени и ничего на это не назначайте, потому что эти именно занятия дадут вам толчок к решению, будете ли вы просто пользоваться или строить бизнес. Именно благодаря этим занятиям вы узнаете все тонкости, все радости и все интересные вещи, которые необходимо знать, когда приходишь в сетевую компанию, а особенно в компанию Faberlic. Ну что, дорогие, успешного старта вам. Надеюсь, что у вас появилось много вопросов, но на эти вопросы вам ответят наши спикеры на следующих занятиях. Поэтому вперед, первые нужно сделать шаги, о которых я говорила, и удачных вам свершений, достижений и высоких квалификаций. И самое главное, чтобы ваша семья была здорова и счастлива с нашим продуктом Faberlic. До новых встреч, мои дорогие, на новых вебинарах.